бы здесь произошло? Нет, ДТП просто отцепило седло, слетело. А, просто слетело и все, да? Я отцепил. Я стоял, да, хотел на границу ехать, дернулся, а седло, видно, или подломалось. Или... Сотрудники ГИБДД говорят, что вы лишены прав и из-за этого задержали. Я понял. Ну, то есть они говорят неправду. Не знаю, как они, что они говорят, я не слышу. Не, ну а на самом деле такая ситуация была? То есть у вас права, все в порядке, да? Анна Андреевна, скажите, пожалуйста, вот сегодня задержан водитель фуры эстонский водитель в Ивангороде. Можете как-то пояснить, по какой причине он задержан и на каком основании? Сегодня был остановлен грузовой автомобиль под управлением гражданина Эстонии, в действиях которого усматривается два состава правонарушения. Первое – это административное. Водитель управлял транспортным средством, будучи лишенным права управления. И второе – это уголовная ответственность. Статья 264 прим. 1. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. На данный момент водитель задержан и помещен в спецприемник. Скажите, пожалуйста, эти статьи касаются, человек был в нетрезвом состоянии? Да, конечно. 264-я статья предусматривает управление транспортным средством, как я уже сказала, повторное управление транспортным средством. Потому что вас арестовать хотят. То есть вообще увезти. Никто не давать. Пойдите.